что, мы выехали вот только что от стадиона. Будем там минут через 15. Что нам ехать? Ну, арена. Да, это совет. Да, минут через 15 там будет. Почему «Зенит»? Открыли как? Крыльями. Выполнен, поэтому удачи. Не, мы поехали там. Ну, снимите, кто-нибудь, кто там проживет. Дим, могу пройти? Твой отец играл. Дима. Константин. Он здесь, видел какой? Не высыпался. Да. Вот это я не знаю. У меня игроки были глазами, и все, больше никто. Вот если будем ехать, постоянно, сейчас тут, ну, минимум 2 часа ехать еще. Точно? Мы все знакомы. Давай, давай, сейчас дойдем. Алло, что? Не знаю, сейчас здесь именно бомбит. Не знаю, поздно уже. Да, да. Ну что, мы выехали вот только что от стадиона. Будем там минут через 15. Что нам ехать? Ну, арена. Да, это совет. А можно коронную вашу проверить по истории? Юрий Павлович! Юрий Павлович! И Валерий Николаевич! Вы знаете, мы выдержали труднейшую борьбу не только среди футбольных клубов. Мы выдержали труднейшую борьбу среди естественных монополий, среди нефтяных компаний, среди олигархов, среди людей серьезных, которые тоже хотели выиграть. Спасибо большое нашим руководителям, которые нас не дергали, не создавали нервозную обстановку и так далее. Я просто благодарен. Благодарен Лубу, благодарен Валерию, который все до последнего верил, делал. Ну и, конечно, мы еще должны четко и ясно осознавать. Мы же кто? Российские железные дороги. Вы... Копьёны, давай, копьёны! Да, «Локомотив» — это моя команда. Надеюсь, не последний?